Ну вот мы уже в техпарке. Немножко занимаемся автомобилями. Покатались с Андрюхой парно. У нас произошло небольшое ПВГ. Жопки-то у Андрея-то нет. В перекладке перед последней дугой был очень близок к Андрею и переложился прям ему в жопу. Короче, немножко тут пострадал башбар, отлетел пластик. Но в целом, как бы, тачка, ну, не пострадала критично, никаких моментов по ней не произошло. Ну, а по моей, сейчас покажу, что случилось. Вот такая вот царапина, и вот здесь вот небольшой скол. Ну что, ребят, я немножко уже покатался. Покатался на Вислейке, покатался на Витур. Ну так вот, расскажу вам настоящую правду про резину. Видно, да, то, что Вислейк — это Витур. Честно сказать, эта резина меня приятно удивила. Очень, очень хороший держак. Ее можно спускать до 0.8-0.5. При этом она не слетает с диска. Работает до самого конца. То есть видите, да, какой остаток. То есть я доехал до финиша, имея неплохой такой зацеп. Ну а Вислейк был, конечно, не сверхсвежий, но с хорошим остатком. Я на нем проехал один круг, и вот на второй круг он вот стал у меня вот таким. Придавки где-то, наверное, полтора, если не ошибаюсь. И держи. Ну а мы на сегодня уже все. Автомобиль паковали в чехол и вернемся сюда в пятницу, чтобы продолжить наши тренировки. Все, по тачке все отлично, все работает. Резину всю сожгли, которую брали на этап. Ну и в целом все нормально. Темпа нет, но мы его где-нибудь найдем. Тренировку приходить, да? Получается, что так. Да это первый заезд вообще был. Что-то пошло не так.